Нанесение ущерба нашим интересам. Все поспешили обвинить в неконструктивной позиции Армению, хотя логика в поведении одной из самых бедных и маленьких футбольных федераций Европы понятна. Начинать отборочный цикл с двух выездных матчей – это непозволительная роскошь. Надо хотя бы сыграть одну игру дома, продать телевизионные права, выручить деньги за билеты и после этого попытаться сверстать бюджет на отборочную кампанию. Переходим к чемпионату России. Не успел он начаться, как уже последовало первое тренировка.